Российский истребитель Су-27 отпугнул американский самолет-разведчик. Перехват был осуществлен над Балтийским морем в опасной близости от наших границ. Подробности сообщили в Минобороны. Цель обнаружили с земли с помощью средств воздушного контроля. Экипаж Су-27 сразу поднялся на перехват и приблизился на безопасное расстояние к объекту. Тому ничего не оставалось, как улететь обратно. А наш истребитель вернулся на аэродром.